Всем привет, и сегодня мне бы хотелось вам показать, как делается вот такой вот начес, не начесывая волосы. Вот так вот это все дело выглядит у нас. Показала вам примерно, как можно его сделать, но хочу сразу отметить, что такой начес, так называемый, хорошо подойдет именно для длины средней, потому что для коротких волос не будет хватать длины, смотря какой вы начес хотите. Если вы хотите небольшой начес, то тогда и короткие волосы подойдут. Для длинных волос, таких как у меня, это более трудновато сделать, потому что затем будет тяжелее с ними работать, с такими длинными волосами. Итак, я надеюсь, вы заинтересовались, как сделать вот такой вот начес. И если вам это интересно, то оставайтесь на связи и желаю вам приятного просмотра. Итак, для начала мы здесь спереди у нас начинаем выделять прядочку произвольную, опять же пальцами, и которую мы в дальнейшем отложим, чтобы она нам не мешалась. Так, можно даже немного пошире. Что я начинаю делать дальше? Я подбираю вот здесь, вот за этой прядью, еще одну прядь, совсем небольшую. Выделяю ее пальцами. Вы можете сделать это и расческой, как вам угодно. А теперь посмотрите, из вот этой вот отделенной части, которую я выделила, да, прядки новой, я на конце заплела вот такую вот косичку, чтобы облегчить мне то, что я сейчас начну делать. Итак, я теперь начинаю просто закручивать эту косичку вовнутрь, да, вот как бы в такой вот кренделечек. Итак. Видите, я закрутила в такой крендель. И теперь этот крендель мы немного выровняем и будем закалывать. Итак, вот приблизительно то, что у нас получилось. И теперь на вот эту вот базу мы будем складывать нашу переднюю прядь. Мы еще сейчас подбрызнем лаком. И приступаем накладывать прядь. Как вы заметили, сейчас это принимает вид какой-то яйцевидной формы, но это все мы можем примять, подчесать и примять, и поставить до того уровня, до которого нам нужно. Вы просто поджимаете вот этот вот свой подъем и закалываете все невидимками. Теперь я просто сделаю хвост, и можно заплести какую-нибудь косу или оставить просто висеть волосы распущенные в хвосте, допустим. Ну вот что примерно из этого у нас получается. Вот такой вот начес. Показала вам это все наглядно. Да? То есть вот я заплела для примера, да, колосок, такую вот косу. Да, вот так вот это все еще раз выглядит. Здесь очень много невидимок заколано, но я думаю, в этом ничего нет страшного. Очень даже интересно, мне кажется, получается. Ну вот и в принципе на этом все. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока.